стук услышала. Сбежала вниз, открыла дверь и сразу вся застыла. В дверях стоял Иисус в сиянии рис. И я глаза свои в печали опустила. О, Господи, да что же я? Ты проходи, я тут сейчас, омою тебе ноги. Ты же устал, ну что же, заходи, тебе я кушай дам. Ты же с дороги? Я мешкалась, не зная, что сказать. Слова мои куда-то затерялись. Хотелось что-то делать, что-то взять. И рукой мои робко опускались. Не смея взгляд поднять, я вдруг присела. И медленно подняв свои глаза, я взгляд его увидев обомлела. Как он смотрел, а в них была слеза. Мне стало очень как-то жутко, неуютно, и я смутилась. Сидя рядом с ним, мне захотелось в эту же минуту все рассказать ему, но не хватало сил. Он вдруг приблизился ко мне и сел так рядом, поправил мои волосы и вдруг сказал слова. А слезы словно градом полились, из моих уст так вырвались слова. И с дрожью в теле я стала говорить ему о том, какая была я на самом деле, что вновь валяюсь под крестом. О, Господи, прости, я вновь упала, я снова не туда пастись бежала. Прости, что рожки мира захотела, и что опять с горы я вниз летела. Поранила колени, руки, ноги, одежду всю порвала, и от ран я плакала, не видя, как с дороги давно сошла, где не было охран, где очень страшно, жутко воют волки, где люди ненавидят, судят, бьют, где слезы зло, людские толки, где грех, как с чаши, страстно пьют и бьют. Я так сидела с ним и робко говорила, и край одежды как-то теребила, на ней было так много дыр и грязь. Я как-то не заметила все сразу, но взгляд от глаз и от лица Иисуса так осветил мне все, что я в слезах к Нему прильнула и лишь стала слушать Его слова, забыв про всякий страх. Он говорил мне очень мило и так нежно. Я слушала и плакала, и мне хотелось, чтоб ничто вдруг не затмило этой беседы с Ним наедине. Он наклонился низко, и склоненный елей на мои раны изливал, и взгляд его был очень умиленный. Он ни за что меня не упрекал. Он мне сказал, что знает мои раны, мои падения и всю боль души, и что меня он не оставит, не обманет, а будет всегда рядом днем в ночной тиши. Я слушала слова, и в сердце радость вошла, и посетила сладкий мир, с души моей ушла вся боль, усталость, вокруг все стало празднично, как пир. Как захотелось с Иисусом сидя вместе просто беседовать и ничего не, и никуда не уходить, и не тревожиться, не плакать, а петь песни, не падать духом, сердцем не грустить. В Его словах так
много нежности и ласки. Он все смотрел мне очень пристально в глаза. Вокруг все стало словно в ярких красках. И высохла моя последняя слеза. Я захотела вдруг Иисусу омыть ноги, сказать, как я Его люблю, и что хочу идти я с Ним дороги, и с Ним быть рядом, даже когда сплю. Побыв еще немного, Он простился, поторопился к выходу, остановился, и опять Он посмотрел, затем еще раз оглянулся, а я в дверях осталась так стоять. Я вдруг проснулась, поняла, что сон, что нету никого. И я в молитве упала на колени и без слов стояла все и плакала, как в детстве. Так захотелось, чтобы встреча, что во сне, случилась наяву и длилась вечно. И я в слезах молилась в тишине. Мне показалось, это было бесконечно. Мне показалось, что мои переживания ушли так далеко. И горя нет. Я ведь услышала во сне те обещания и поспешила обновить свой с Ним завет. Я счастлива, что Он меня так любит, хранит, оберегает и ведет своим путем, что к вечности приводит. Он, знаю, никогда не подведет.